словами и слепой любви. Что живет трусливо за чужой спиной? Зная себя, зла не дая, так хочу, чтоб тот в земле был, чем я. Не прячь от пола свой.
Каждый человек в своей жизни совершая какие-либо поступки или деяния, он их или оправдывает, или оговаривает тем, что он это делал не для себя, а для своих родных, близких, друзей. А потом наступает день, когда этот же человек задается другим вопросом. А нужно ли им все это было? Я счастлива тем, что все, что я делала столько лет, оказалось нужно сотням тысяч людей. Вау! Концертный комплекс «Олимпийский», шла на сцену с двумя чувствами. С большим чувством радости и предвкушения со встречи с 17-тысячной аудиторией, которая меня ждала, и с чувством далеко не легкой грусти. Дело в том, что действительно 7 марта этого года я объявила начало прощального гастрольного тура. Грустно. Немножко. Но я должна сказать, что мне это решение удалось нелегко, но довольно быстро. Потому что я убеждена в том, что все в жизни надо делать очень вовремя и очень. Как и всегда, какой-то грустный, веселый, посмеемся и поплачем, и будет наверняка неожиданные какие-то, может быть, даже стили музыки для вас. Будет и старенькое, конечно же, мы вспомним, потому что как без этого, куда же деваться-то. Но все равно у нас сегодня не совсем обычная встреча в связи с таким моим решением. И поэтому я подумала и скажу вам, я сегодня хочу быть с вами довольно откровенно, потому что я очень люблю разговаривать, общаться и смотреть в глаза конкретно своим зрителям, вам с большой буквы, а не в камеру. И да, поэтому я вот сегодня решила так, как раз мы собрались здесь все, то я буду с вами предельно откровенно, буду петь, что я хочу. И говорите, о чем я хочу. Я сын волшебной сказки прожила.
железные силы, чтобы тебе было легче услышать. Выключи страх, это будет не больно. Я для себя все сомнения разбил. Делаю шаг и меняю пороги. Просто пойми, я тебя не любила. Конечно же, мы сегодня должны вспомнить, обязательно вспомнить именно те мелодии, именно те стихи, именно те самые мои, как я их называла всегда, наши маленькие музыкальные истории из жизни. Вспомнить, может быть, не все, но самые, наверное, из них главные именно те, которые привели нас сегодня. Руками и в прошлое.
жизни разница. Стояли и зажигали ночи тали. Красивые заточенные дома, как любовь без весны. Но все когда-нибудь кончается, когда судьбы давай уйдем сейчас. Поставь незаконченный роман, как кино.
Спасибо. Это вам, браво, спасибо, что помните. Спасибо, что до сих пор живут они. И такие прекрасные периоды были. Это был период Игоря Яковлевича Крутого, период Игоря Николаева, мы вспомнили чуть попозже. Знаете, недавно к нашей костюмерше сказала нам, к сожалению, об этом несколько позже. Ну вот я теперь так, я еще раз повторяю, фото, видео, съемку убрали, пожалуйста. Я молчала, молчала. Больше молчать не буду. О, о, буду молчать. Так вот рассказывает она мне, значит, случай, который произошел с ней, когда она вышла из закулисной части, в фойе, значит, в зале. И подошел к ней один такой очень интеллигентного вида мужчина, весь при галстуке, как положено. Такой ботаник, знаете, как мой внук говорит, ботан такой, очкакс. И очень так у нее тоже очень интеллигентно спрашивает. Так, на каком языке? Я не знаю армянский. Но не знаю, простите меня, убери, пожалуйста. Вот фонарь свой убери, пожалуйста. Убрал. Смотри, да. Катя, волшебница. Подходит, короче, этот самый мужчина и на полном серьезе спрашивает. Скажите, пожалуйста, вы видите, что она вышла из-за кулис, поэтому он ее и спрашивает. Скажите, пожалуйста, а сегодня будет звучать песня «Все мы бабы дуры»? Если бы не с нами было, я бы тоже не поверил. С тех пор, как она мне это рассказала, я рассказываю это вам, потому что феноменальный это, конечно, случай. Я просто для чего рассказываю? Сейчас вот отойду, чтобы официально чуть выглядело. Для того, чтобы обратиться. Господа мужчины, запомните на всю жизнь. Стервы дурами не бывают. И воспоминания, и ассоциации, при том, что она вроде как хулиганская, потому что нахулиганил все эти слова, стихи к этой песне Симона Сиашвили, вы знаете такого поэта прекрасно. Игорь Яковлевич Крутой написал музыку, и это было тоже очень интересно, когда он мне показывал эту песню. Сидел, играл, пел, и так на меня. Я думаю, что это такое? У меня смог все время. Как сейчас говорят, косяка. Вот, оказалось, он очень сомневался в том, спою ли я эту песню именно из-за того, что там звучат такие слова, как вот «Шубаби стервы». Вот. И закончив показывать мне, спрашивает, ну что, Ирончик, ты споешь такое? Я говорю, конечно. Он говорит, ну а вот такое слово, как бы плохое в сторону женщины. Я говорю, ничего не плохое. У меня с этим словом самые хорошие ассоциации. Но почему? Я сейчас вам объясню точно так же, как я объяснила ему. Не объясню, вернее, пояснил эту ситуацию, почему у меня такое. Дело в том, что мой папа, светлая ему память, потрясающий актер, режиссер, вообще, как говорят, как давно для гостей талантливый человек. И когда он видел очень талантливую женщину, или когда он видел женщину, у которой вот этот стержень, знаете, можно быть некрасивым, а вот женщине должно быть, он тоже всегда так вот говорил, очень нежно, он говорил, вот в ней есть «иди сюда». Вот когда в ней какой-то вот стержень, ну какая-то вот ну, необыкновенная женщина, ну вот типа вот так вот, а. Понимаете, да? Он всегда видит таких талантливых и особых. Он всегда почему-то очень вкусно
говорил о них, он говорил: вот стерва. Поэтому я в это слово, милые мои девочки, всех возрастов, вкладываю самые прекрасные женские черты. Вот так вот я вам хотела это, собственно, сказать. Я в самом начале спела вам одну такую песню. Она совсем не автобиографическая, как это кто-то там сказал, потому что... В общем, песню про трех мужей, помните? Я вас обманула. Их было четыре. Поэтому она уже не автобиографическая. Про четвертого не сложилось и не надо. Это не автобиографическая песня, но вот если вы так подумали, то я говорю, их было четыре. Честно, ни одним больше, ни одним меньше. Увы, каждому из нас для себя, для своих детей, внуков, правнуков хочется, чтобы это было раз и навсегда. К величайшему сожалению, это все становится реже и реже. Но со мной это произошло, я знаю это совершенно точно. Только потому, что я все эти разы ждала, я искала именно то, именно ту любовь, именно то отношение, которое я видела в лице моих родителей. Светлые обои. И если кто-то из вас еще не встретил, я от всей души желаю вам найти именно такую любовь, которую я видела. Она была такая, такая красивая, с таким трепетом. И при этом с таким уважением друг к другу. И столько лет. По садам осыпаются яблони, с белым цветом они налились. Ах, как хочется просто быть слабым. Ах, как хочется просто быть слабым. Просто плыть по течению вниз. И не думать уже, и не кажется, за ошибки тебя не корить. И с тобой делить все, что нравится. И варенье из яблок варить. Папа, кисло-сладкое яблоко режь. Чем владею, я возьму половину, которая меньше, потому что иначе не быть не умею. Не умею. И роса на траве полутри. Разговоры и сплетни полощутся. Разговоры и сплетни
Пускай бы ровно, не возвратно.
этой жизни нашим родителям, у кого есть, у кого нет, светлая память. Мне очень жаль, что мой папа с его армянскими корнями не дожил до одной из песен, которую он должен послушать. Мы только что вернулись с тура по Соединенным Штатам. У меня такое ощущение, что я нахожусь в Лос-Анджелесе. И я хочу, чтобы сейчас прозвучала эта песня. Все равно они там всегда наверху наши. Кто ушел, все слышит, все знают. Нам помогают, нам и управляют. Радуются за нас, оберегают от чего-то, следят. Светлая память. И я безумно благодарна за эту песню. Да, мы все должны быть благодарны. Которая стала, ну, может быть, не гимном, но одной на сегодняшний день из самых любимых песен всех армян, живущих по всему миру. Автор этой песни. Субтитры сделал DimaTorzok.
Дальше они будут звучать туда подальше. Но жизнь странная штука. Мы плачем, смеемся, радуемся, грустим. Мы любим разную музыку. И я сейчас хочу перейти к тому стилю музыки, который мне всегда казалось, что в Армении очень ценят. Yeah!
не ошиблась, Юрий Владимирович. То есть я могу уже не предполагать, а утверждать, что вы, так же, как и мы, являетесь поклонниками такого стиля музыки, да? Вот скажите мне, вы ходите в караоке? Да, да! Поете, небось, что хотите. Вот что нравится, то вы поете, да? Больше. Объявила этот прощальный гастрольный тур. Была еще одна такая у меня вот причина, почему я это сделала. Я всю свою жизнь выходила на ее величественную сцену. Я видела города мельком. Я посвятила себя целиком и полностью этой жизни. Я не жалею ни на секунду. Но мне захотелось походить в караоке. Мне захотелось узнать, что за жизнь все-таки вот там, за стенами этих залов, в которых вы собираетесь, и я рву перед вами свое сердце и душу. Я очень хочу поездить на велосипеде. Я хочу прожить нормальной человеческой жизнью. Поэтому я задала, поэтому порадуйтесь за меня, кстати. Поэтому я задала этот вопрос. С караоке. Я вот взяла и подумала, почему это я не имею права спеть просто то, что мне нравится? Имею право? Конечно! А вот сегодня еще с такой нашей встречи особенной, потому что для меня встреча с вами всегда праздник. А сегодня у нас особый праздник. Вот в честь такого праздника имею право я себе позволить? Да! Празднику отбитый глаз.
Выбирал ты сам себе коней. Твой последний конь, дьявол и огонь, за тобой всегда готов был в бой. Помнишь, как тебя любил мой? Гордо под тобой ходил он. Как из рук твоих хлеб и соль ел, был в бою так безнадежно смел. Ничего не зримо и ничего связано не будет.
Ой, просто так вот как-то не получилось. Как-то я его поздно позвала, потому что я совсем как-то забыла, что я вам хотела рассказать происхождение этого молодого человека в моей жизни. Нет, это не в том плане молодого человека в моей жизни, как вы привыкли сейчас отследить массовую информацию сейчас у всех. Или молодой, или старый, не важно, нет, ко мне это отношение не имеет. Они говорят, а это их проблемы, то, что они говорят, они, по-моему, договорятся скоро. Значит, дело в том, что на моих глазах рос мой внук, которому я тоже, кстати, уделяла очень мало внимания, так же, как и своей дочери, так, поэтому я и хочу тоже побольше побыть с ними дома, хочу увидеть. Вот он столько уже знает интересных вещей, мой внук. Вы его здесь видели совсем маленьким, он уже вот так вот выше меня ростом, да. И многого я, например, не знаю, мне очень интересно с ним общаться. С ним очень много занимается мальчик. Мальчик рос на глазах моих вместе с моей дочерью. Мы были очень близкие подруги с его мамой, Царство Небесное. Вот. И Ванечка закончил международную журналистику МГУ, так на всякий случай, у него несколько языков. Он работал с очень большими людьми, потом в один день он сказал, все, хочу только музыку. Вот в душе я музыкант. И вот сегодня звучит, звучало, звучит и еще будет звучать. Много его песен, я очень рада, что рядом со мной находится, может быть, не совсем какие-то песни для вас пока понятные и не совсем привычные. Но я очень рада, что рядом со мной находится такой музыкант с большой буквы, с его вообще и образованием, и всем. Так что это он меня называет на вторая мама. Спасибо тебе, Ванюша. И все это я вам должна была сказать до того, как я его позвала на сцену. Но так уж сегодня не случилось. Все годы, когда я выходила на сцену, я величала сцену. Я не преувеличиваю это, говорю, это для каждого настоящего артиста, посвятившего себя сцене, не выходу на сцену для того, чтобы выйти замуж. Вы меня поняли, да? А для того, чтобы выйти на сцену, стать нужным и остаться на ней на много-много лет. И оставить на этой сцене свой, пусть маленький, но смех. Все эти годы, выходя, почему я так называю на ее личную сцену, я всегда знакомила вас, моих зрителей, с теми людьми, которые составляют мою довольно большую и очень многолетнюю творческую семью. Если эту творческую семью визуально можно было бы разделить на три части, то это выглядело бы так. Это шоу «Балет Аллегро». Вы его еще не видели, но увидите сегодня. Что сегодня? Нет, неприятно, что вы так внимательно рассмотрите. Это очень приятно. Значит, вторая часть – это наш техперсонал. Это бойцы невидимого фронта, которые мы скидываем. Спасибо большое за все. Вот. И третья часть – это прекрасный день. Кто-то помоложе, кто-то постарше. Люди, которые... Вот Рашид, например, наверное, вы его уже в лицо знаете. Как с 90-го года начала я после электроклуба работать, так он со мной рядом. То же самое весь наш технический персонал. Вот много лет Саша, много лет Дима. Недавно говорю про Спартака, говорю, вот там самый молодой, а он мне оттуда кричит. Не кричит, а так шепотом говорит. И Руся уже 8 лет. Так что вот 8 лет было уже. Ну, эти две цыплята с хорошими учениками. Да, будем показывать на одной? А? Давай, один цыпленок. Ну-ка, покажи, на что ты способна. Это вам не фабрика зависит. Ну-ка. Большая творческая семья, которую я всегда представляла. А начиная с 7 марта этого года, я не просто представляю вам, а я при вас каждый концерт,
Признаюсь им совершенно искренне в любви. И я их просто благодарю. Я при вас благодарю их очень сильно за то, что столько лет они позволили мне, как капитану, вести за собой этот большой, осмелюсь, как я сказать, в общем-то, очень красивый корабль. Спасибо. Доверились. Ну и чтобы окончательно убедились, вот, да, что я их так люблю и, собственно, почему я ими так еще и горжусь. Группа «Кабинет»! Завтра снова встать, звездой экрана.
сейчас тоже будут приятные минуты. Но хочу только, чтобы воспоминания были у вас только хорошие. Я так не понимаю. Я спрашиваю, еще? Да! Спасибо. Как же весь далеко как идти? Как далеко идти? Но пока что меня нет. И нарушим все законы.